Хочется, конечно, мне вот и люди, и все такое. Я и сам это прекрасно понимаю. И вот и люди тоже в последнее время говорят, да вот ты не смотри на то, что там тебе тяжело. Ты просто должен осознавать то, что ты другим людям нужен, и ты только ради этого обязан жить. Не то, что должен, а просто обязан. Вот. Ну, если знаешь, хорошо рассуждать, когда ты не в таком положении, как ты вот понимаешь, это человек, ну как бы, мы эгоисты, одним словом, Сережа. Нам вот надо, чтобы ты вот работал и все, а остальное нас мало волнует. Ну и знаете, как у меня вот уже как бы хватаюсь. Вроде по привычке за все хватаюсь, и тому охота помочь, и тому охота. И за все сразу хватаюсь, а понимаю уже, что, допустим, таких сил, как полгода вот назад, у меня уже нету. Я уже, вот, уже не могу потянуть вот это все, как бы, потому что уже сил нету, вот таких вот, как бы, действенных сил, которые уже... Ну, чисто на физическом плане. Ну, да. Вот, то есть я проснулся, вот сейчас что-то поделал там, и все, и у меня ощущение, как будто я не спал вообще сутки, как будто я не спал, понимаете, как. Ну, поедем в деревню, может, там что-то изменится. Ну, дай бог, Сережа. Значит, привет, поклон от отца Иоанна. Я с ним разговаривал, вот, он помнит тебя. Я его попросил, чтобы он записал тебя постоянный свой синодик, чтобы он молился постоянно. Он говорит, хорошо, я это непременно сделаю. Посмотрел его оба храма. Один, который там вот у него, Смоленский храм, где ему спонсор построил этот храм. По случаю смерти жены и сына в ДТП погибших. Вот, там, значит, они похоронены на этом кладбище, и в связи с этим он там поставил этот храм. Ну, такой приличный храм. Вот. Ну, хороший, мне понравится вообще, такой, как он, как священник, мне нравится он. Да, он такой вот, причем вот была проповедь, он такая живая проповедь у него, вот я слушал его, был у него на службе вечером и в субботу, и утром на литургии был. И вот на литургии он говорил проповедь, ну такая вот живая проповедь, она вот, я думаю, что до каждого присутствовавшего дошла. А что же много у него людей-то посещают? Ты знаешь, вот в субботу там, наверное, было человек 20 всего вместе со всеми прихожанами и служившими. А в воскресенье на литургии, ну, человек 50, наверное, было. Ну, он такой храм небольшой. Что интересно, тебе не трудно говорить, Сережа, слушать, общаться? Да нет, сегодня так более-менее нормально. Ты по состоянию говори, а то я тоже не хочу быть эгоистом, мне вот хочется вот тебя видеть. Мне еще, понимаете, как мне иной раз говорить нужно, потому что я вот если 2-3 дня не говорю ни с кем, у меня мышцы вот в этих в легких ослабевают, и мне тогда еще их надо все равно и связки тренировать, и все, вот как бы, оно мне силы придает тоже. Ну да, я вот видите, я вас вот это вот, как бы нравится мне вот эта черта, но я тоже стараюсь этому следовать, чтобы, ну, знаете, люди вот по такой ложной скромности, ну, не ищут контакта друг с другом, ну, я имею в виду православных людей, вот, а оно ошибочное вот это вот, как говорится, помешаю там, как бы, так сказать, не это самое, не вовремя там позвоню, а мы должны все равно искать и поддержки друг у друга, и наставления, и всего такого. Вот. Конечно, я с тобой вполне согласен, Сережа. И потом, ну, я знаю, что Господь говорит, что таковые жертвы общения друг с другом, они угодны Богу.
Да. Так ведь, говорит Господь. Оно, видите, оно как бы не принято. Люди, я вот с этим, с батюшкой-то общался, с отцом Акимом, как он рассказывает, город там приехал, какой-то родственник идет, а он из деревни, из Потеряевки, говорит, я со всеми, говорит, здороваюсь, а со мной, говорит, никто не здоровается. Вот, люди-то раньше так не жили, люди все как действительно как братья были, все радовались встрече друг с другом. Интересно, мне отец Иоанн рассказывал, что у него есть, оказывается, брат от первого брака его отца. И он живет в Новосибирске. И вот как-то он приехал к нему, но они практически не виделись. И уже вот не так давно он был у него в гостях, уже внуки у того и другого, да? И вот они впервые встретились. Ну и, в принципе, вот как бы общение, оно не принесло взаимной радости. У того одни интересы мирские совершенно, а у того другие. И мы вот, я ему говорю, так вот как радостно все-таки. Я несколько сомневался, стоит, не стоит поехать в Тулу-то. А потом, когда съездил, я понял, что правильно сделал. И об этом сказал отцу Иоанну. Он говорит, да что там говорить, когда люди одного духа, но общение приносит взаимное удовлетворение, взаимную радость от общения. Мы, как говорится, мы вот боги находим разговоры, а вот они встречаются, мирские, к примеру, люди, а им, я смотрю, а им даже поговорить не о чем. Они вот смотрят друг на друга, глазами хлопают в таком неловком молчании. У кого какая машина, у кого какие штиблеты новые, да? Там, и все, да, и на этом приехали. Друг перед другом, кто кого перещеголял. А у нас что, мы можем вечно разговаривать, оно там и вечности, у нас будет постоянное, вот в этой радости спасения. Да, именно так. Именно так, Сережа. Я, Сереж, писал, хочу еще устно спросить, где я там пытался, ковырял у тебя руку, прости меня ради Христа. Рана там не болит, ничего? Руку. Виктор Андреевич, я эту самую руку какую-то, я этих болей там и не замечаю. Я на нее с тех пор еще ни разу не смотрел, что там, я даже не знаю, что там есть. Эта повязка соскочила, да и все, я про нее не помню. Это вы только написали, я увидел. Ну, слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Что-то ерунда вообще какая. Я с этими болями. У меня вот люди иногда спрашивают, какие у тебя боли. А у меня, знаете, у меня вот они целый вот спектр, как спектр цветов. Вот у меня эти боли. Как Менделеев таблицу вот составил. Я могу вот составить вот таблицу болей, допустим, как они переливаются, перетекают одна из другой, какие вот они. У меня, вот, знаете, могу, как Менделеев закрыл глаза и во сне увидел эту таблицу Менделеева, у меня вот эта таблица боли, как бы. Они поддаются описанию как-то? Я, если знаете, как... словесную формулу как-то выразить их? Их они не описанию, допустим, как я могу их характеризовать, их можно с чем-нибудь сопоставить, сравнить с чем-нибудь. Вот, к примеру, я даже представляю, вот у меня спрашивали поначалу, когда я первые боли, какие у меня были первые месяцы, и у меня представление было, как будто меня проволокло под 40 вагонами железнодорожного состава, то есть вот так вот мясорубку всего измял, понимаете, как. И вот у меня такие вот ассоциации, как бы. Да-да. Вот сейчас у меня боль, как будто у меня вот, знаете, положили вот такой горячий камень, допустим, ну, в костре его держали долго, большой тяжелый камень, и вот он сейчас раскаленный, и положили мне его на живот, вот так вот, понимаете, как. Вот. Да, в животе такие боли сейчас. Вот да, вот как будто у меня сильный ожог, вот и тяжесть такая вот. Ну, вот они боли имеют, да, вот такие вот свои, как бы, они же каждый раз, они же даже вот ночью просыпаюсь я из-за того, что несколько раз у меня было, что оно проходит, понимаете, мне
Поначалу я думал, первые два раза, я думал, что, о, бля, неужели мне боль прошла совсем. А потом я уже, уже в следующие разы я стал понимать, что это когда отступает вся боль. И ты знаешь, как, знаете, как сейчас у меня в сравнении вот с этим, с цунами, или как вот, когда береговая линия, вода уходит, вот, когда и оголяется, пляж, берег оголяется. Вот у меня сейчас, когда она боль отходит, это все, это жди, значит, вот этого гигантской волны. Наступление очередной, да? Да, и вот она... Очередной волны. Да, и если она отошла боль, то через некоторое время нахлынет такая боль, что невероятно просто. И вот, ну, видите, оно как-то... Тоже Господь, а Господь, что ж нас устроил, как она вот боль, я вот смотрю, допустим, на спинальников, у которых спиной отдел позвоночника сломан, у них же они абсолютно не чувствуют конечностей нижних, там, ног, они вообще их не чувствуют. У меня один знакомый спинальник, там он машины ремонтирует, сам ремонт делал в квартире, на коляске ездит. Вот, и в яму залез, начал коробку передач снимать с машины. У него коробка передач вырывается. Упал на ноги. И падает ему на эти, на голени, в общем. А там настолько порог чувствительности снижен, он даже не почувствовал, что ноги переломал. Он думает, ну, может, пролетело это самое, чиркнуло, да и черт. Ничего. Вот, а потом уже дальше крутит, гайки там крутит, и чувствует уже, температура повышается, он все эти штаны снимает, а там у него эти переломы, уже посинение пошло, вот это все такое. И только так понял, что у него перелом, понимаете, как, вот. И оно, конечно, оно так, я представляю, если бы у меня сейчас не было вот этой чувствительности, даже вот хотя бы ниже пояса, насколько бы мне легче жилось бы, вот. Допустим, я бы не чувствовал уже. Ноги у меня горят огнем, эти вот ноги. Не особо бы мне бы... Ноги горят? Ну да, они же все, ноги ломают, огнем горит. А вот это внутреннее ощущение, а вот прикосновение, тактильная чувствительность, она нарушена, нет ее? Не ощущаешь вот прикосновение к ногам? Ну, знаете как, само прикосновение ощущаю, но если взять, допустим, иголку, вот сильно уколоть до крови, то тогда чувствую. Потому что я вот как объясняю, это с чем можно сравнить, как будто мне на меня одели, вот, начиная от груди, одели вот какой-то скафандр такой вот, ну, из какого-то, ну, не из металла, а как будто из толстой кожи. Вот, и вот то, что поверху, вот, прикосновение к этому уже, естественно, не чувствую, а если поглубже туда, то там уже начинается чувствительность. Вот, и видите, оно вчера матушка звонила, но я лежал вот в свое время, а со мной, когда я сломался, мне 30 лет было, а со мной положили рядом мальчишка молодой совсем, 17 лет, и он вот 18-летие свое уже справлял, тоже нырок, нырящий. И 4 года, а у него уж все, у него гораздо легче, чем в 2, может, 3 раза было легче травмы, чем у меня. Вот, то есть он уже садился в коляску, все, начинали руки у него, там пальцы начинали работать. А все равно, видите, вот в такое отчаяние, он в ненависть к людям впал, почему я вот так попал, вот, и все эти 4 года. Казалось бы, все, у него все, шел процесс такой восстановления, просто кардинального восстановления. Вот, а видите, а впал в отчаяние, и все, 4 года прожил. Ну и относительно вот этого, то, что, как они сами, допустим, нейрохирурги, они говорят, что 7 лет максимум там в таком состоянии шейники, ну это относится к шейнике, и спинальники живут долго очень. Спинальники живут, ну, как обычно, нормальные люди, но если не злоупотребляют там ничем таким. Ну, вот. А шейник у него вот как бы 7 лет. У них это нижний парафрагия.
Ну да, а спиной-то, ой, а шею надел, тут же и ниже. Ну, верхняя-то половина туловища вполне пересходная. Шейный отдел, он идет на все, на внутренние органы, то есть нарушается полностью, сбой идет полностью, да, на всю, да, всю систему организма. Вот. И как бы долго не живут, видите, это если вот то только, действительно, я вот тоже, ну, мало-мало людей таких в интернете, кто находит шейники, кто находит себя вот в чем-то, кто-то там спортом ударяется. Но опять же, такие, не такие они шейники, как я. Вот, как я, такие не, вообще они не живут. Они, то есть, там умирают там, в течение месяца, может быть, двух. Вот, потому что шейный отдел, он там перебитый полностью в кашу, этот спинной мозг раздроблен. Вот, а тут чудеса вот такие вот, видите, как. Вот, и что же я хотел сказать, забыл совсем. Ну, осведомлен в своих болячках, как это обычно водится, наверное, даже лучше, чем врач. Потому что нередко, ну, не то, что нередко, но достаточно часто больные в своих болячках становятся большими знатоками. Ну, это ради собственных, можно сказать, ради личных интересов, потому что хочется, вроде бы хочется облегчить свои, как говорится, участь свою, и поэтому начинаешь искать что-то, любую информацию, касающуюся, и вникаешь в эту информацию, поэтому невольно становишься знатоком каким-то. А я списался сейчас с доктором. А он у нас, Воронеж, он у нас один из, ну, так, лидирующих нейрохирургов, то есть самых известных в Воронеже хирургов, который оперировал меня, Табачников Владимир Абрамович. Вот. И, значит, я с ним уже договорился. Я говорю: Владимир Абрамович, давайте. Он мне говорит, есть, появилась такая идея, вот, сделать фильм о нырящиках. То есть сейчас уже начали вести статистику с наступлением лета. Ну, молодые пацаны просто ныряют, как говорится, безумно просто ныряют в воду. И их, понимаете, там уже статистика, там их сотнями, даже в Воронеже в одном только, а по России-то там за один сезон там тысячи. И причем молодые парни-то все, нырящики, видите, просто какой-то там безобидный какой-то прыжок в воду, и все, и калека на всю жизнь. А процентов 40 вообще не выживают, то есть умирают. Вот. И я говорю, я ему предложил, а он говорит: ой, дорогой Сергей, как же вы вовремя. Видите, это, видимо, Господь подвигает к этому. Он говорит: у меня как раз тоже по этому поводу там созрели мысли, мне есть что сказать. Вот. И я говорю: давайте. Вот. А он, и тут же мне... Я нашел, там у меня есть знакомая, она корреспондент в газете, вот, она тут же находит операторов, которые тоже, ну, на такой основе тоже, знаете, на бесплатной основе готовы поддержать и создать вот этот фильм. То есть, чтобы доктор дал там интервью, допустим, я говорю, надо снять там, какие-то сделать кадры операции на шейном отделе, вот, ну, показать, насколько это страшно. Вот, и затем какие-то документальные съемки сделать у водоема, там, допустим, человек разбегается, как он, допустим, прыгает там в эту воду, ну, прыжок сами не показывают, я сейчас камеры такие, как будто и воду погружаешь, и сымитировать, как будто погружение под воду. Вот, и я говорю, мы сделаем этот фильм, и он будет очень востребованный, этот фильм. Вот, и он не только, как говорится, предостережение, ну, для тех людей, которые едут на этот отдых, но и для тех людей, которые уже попали в это состояние, и я мог бы дать, допустим, какие-то рекомендации, как можно справляться вот в этом состоянии. Ну, это замечательная идея. Она
Когда намерены вы это воплощать? Вот, а я знаю, вот уже в этом месяце начнем уже. То есть уже ну, собралась уж там команда, я придумал. Ну как, опять же, это не от меня тоже, Господь такой посеял зерно такое. И вот тут уже вот уже 4 человека, считаю, уже все на таких вот, ну, на самоотдаче готовы там и время, и деньги свои вкладывать вот в этот, создание этого проекта. Да помоги Господи, это замечательный проект, Сережа, обязательно нужен, он спасет многие жизни. И непременно тут же будешь говорить о том, что тебе помогло выжить по сравнению с другими, попавшими в подобную ситуацию. Только Господь Бог, только Он мог дать тебе силы и дает сегодня силы переносить все эти испытания, которые ты, через которые проходишь. Да, это вот без помощи Божией, просто я не знаю, как ты это еще вот сейчас... Испытывая такие боли, еще общаешься со мной, разговариваешь, еще работаешь по 16 часов в сутки, это без Божьей помощи. Вот это еще раз говорит о том, что фильм, который, этот проект, который ты задумал, он важен. Люди должны понять это, что без помощи Божией просто невозможно, нереально. Невозможно. Я вот пытаюсь сейчас донести, есть там паренек один, ну он молоденький, он... Даже младшей дочке моей, по-моему, 23 года ему, вот, и он уже 3 года как нырнул, и все, и он там рэп, там все такое, там он это, ну все, он как бы не может отойти еще, ну даже больше, ну, он уже около 5 лет лежит, вот, ну, там благодаря отцу, отец его там старается заниматься, его подвигает вот на это, на физкультуру, все. Там какую-то продали квартиру, они за 1 000 000 купили там функциональную кровать какую-то, делает мастер какой-то. И вот они, понимаете, они отдают всему, это хорошо, конечно, я это поддерживаю, они отдают этому время все. Но он вот живет вот этим, тем, чем он жил вот 5 или 4 года, надо там рэп, там бокс, карате, там все такое. Я говорю, назвал себе там каким-то именем, там вообще назвать стыдно, он себе ВКонтакте так называет. Там его... Аватар-то этот, да? А? Аватар свой? Ну да. Вот, и все, вот он живет этим. Я говорю, да оставь это, ну, оно через это, и я ему 4 года говорил, ну, оно тебе, понимаешь, мошенники, у нас совсем другая направленность, ты уже... Я говорю, это хоть тяжело осознать, но ты пойми, что уже та жизнь, она оставь, а не думай о ней вообще. Ты той жизни уже ты не увидишь больше никогда. Начинай строить, выстраивать новые отношения с людьми, с этим миром, новые совершенно. Я говорю, ну я старше тебя по возрасту 2 раза, и опыт у меня в 3 раза больше лежания. Вот, это я ему говорил сколько, 2, может быть, 3 года назад. Вот, и я опять же сейчас смотрю, они хоть и занимаются, понимаете, когда занимаются, а продвижение ноль вообще, как было у него в первый год, допустим, ну, посадили его в коляску, там, вот он сидит в этой коляске, так, через 5 лет все то же самое, ни руки не заработали там у него, ничего, хоть они и бьются, там, и занятия, там, вот, и никак вот он... Никак вот до него вот это вот я не могу донести мысль, что ну оставь ту жизнь, ну там ты больше ничего не найдешь, та жизнь, она все за воротами осталась. Купили ему, ну и, видимо, родители тоже такие его там поддерживают, нет, встанешь ты крутой, там ты там круче всех, купили ему там золотую на руку этот браслет, купили ему, а знаете, вот с такими руками, вот, да, вот как у меня, браслет ему золотой на руку повесили. Ну, типа, он там, это самое, я крутой, да? Вот. Да. Ну, и в иллюзиях питают иллюзиями, и в иллюзиях держат в обмане, в общем, одним словом. Да. Вот и вот в этом обмане, понимаете, а что ж там, ну, обманул себя там на минуту, на одну ты обманул, ну, невозможно обманывать день и ночь ты себя, это самое, вот эти впечатления, воспоминаниями там какими-то, как эти, как старики говорят, да вот,
будет, что в старости хоть вспомнить, что будет. А вот живут, опять же, вот этими иллюзиями какими-то, праздниками, от праздника к празднику. Главное, самим до конца в вере удержаться. Вот это правильно, Сережа, да. Чтобы и устоявший до конца спасется. То есть нужно стоять и вести эту невидимую брань до конца. Много бегут на ресталище, получают награду один. Поэтому каждый из нас должен бежать. Каждый должен делать свое дело, которому Господь подвиг. Виктор Андреевич, ладно, буду поворачиваться, а то мне эта тошнота, надо повернуться мне, чтобы, может, пройдет. Давай, давай, дорогой, ты в любое время, пожалуйста, как только можешь, звони, и я очень переживаю, я волнуюсь и скучаю, ладно? Я тебя обнимаю, с Богом, Сереж. Все, спаси Христос. С Богом, дорогой, отдыхай.